прошлую пятницу на 7-м километре Сергеляхского шоссе 43-летний водитель автомашины Toyota Ipsum при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Honda Civic, следовавшей по главной дороге. Удар в Toyota пришелся в левый бок. В момент аварии в салоне Honda находилась годовалая девочка. Ребенок был в детском автомобильном кресле, что и спасло его от получения серьезных травм. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи диагностировали различные травмы у женщины-водителя Honda и двух пассажиров автомобилей Toyota. Водители в момент автоаварии были трезвы. Напомним, что дети – пассажиры особой категории участников дорожного движения, безопасность которых лежит полностью на плечах взрослых. Именно взрослые, особенно родители, должны позаботиться о безопасности детей и пассажиров, перевозя их только в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу у детей.